В хищениях во время строительства многострадального ЛРТ подозревают бывшее руководство столичного акимата. Об этом сегодня заявили в антикоррупционном ведомстве. Имен и фамилии в интересах следствия не называют, но известно, что по делу проходит 6 человек. Сейчас наложен запрет на их выезд из страны. Впрочем, одному из них все-таки удалось сбежать за границу. Экс-главу компании Астана ЛРТ Талгата Ардана ищет Интерпол. Сейчас проводится судебно-экономическая экспертиза, подсчитывается точная сумма ущерба. Сумма ущерба в разы выросла, составляет уже более 1 миллиарда. На сегодняшний день по делу признано 6 подозреваемых, в том числе 4 должностных лиц акимата. Расследование продолжается. Я думаю, что мы по результатам проведем большой брифинг и доведем до общественности результаты. Мы планируем в течение месяца завершить все экспертизы и, соответственно, уже выходить на определение квалификации.